Молодые профессионалы. Завтра в Южно-Сахалинске стартует финал национального чемпионата WorldSkills. Чуваши представит 21 участник. Кондитерское, поварское дело, флористика, сантехника и отопление, сетевое системное администрирование. Наши ребята поборются за призовые места в 10 компетенциях. Национальный чемпионат проходит в 6-й раз. В нем участвует более 700 человек из 85 регионов страны. Победители и призеры смогут попасть в расширенный состав национальной сборной. В этом году нашей команде предстоит отстаивать честь российского флага на европейском первенстве «Евроскиллз» 2018 в Будапеште, а в 2019-м на мировом чемпионате, который пройдет в Казани.